Госнаграды благодарности президента Беларуси удостоены более 60 человек. Они отмечены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и образцовое выполнение своих служебных обязанностей. Каждый из них внес значительный личный вклад в развитие страны, будь то машиностроение или сельское хозяйство, обучение подрастающего поколения или медицинская помощь населению. В Беларуси начали производство вакцины от коронавируса. Речь о тестовой партии российского препарата «Спутник Ви». Нашим специалистам переданы необходимые документы и биологический материал. После получения контрольных результатов конвейер заработает в промышленном масштабе. Планируется, что это произойдет уже в конце марта. В месяц будут изготавливать по 500 тысяч доз. Предполагается также экспорт вакцины в другие страны. ГАИ рекомендует автовладельцам не спешить менять зимние шины. По закону переходить на летний вариант можно уже с 1 марта. Однако из-за перепадов температур на асфальте нередко образуется опасная ледяная корка. Поэтому целесообразнее переобуваться, когда среднесуточная температура будет выше 8 градусов тепла. Орденом Матери награждены 135 белорусок. Это жительницы Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Все они представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения и не только. День посткроссера пройдет сегодня во всех отделениях Белпочты. При отправке 10 и более международных карточек предоставляется скидка 10%. Посткроссинг – это онлайн-проект, где незнакомые люди из разных уголков планеты обмениваются почтовыми открытками и марками. Сюрприз в вашем почтовом ящике – основной девиз посткроссинга.